Ассесмент – это возможность реально понаблюдать за людьми и увидеть, что они могут на самом деле, а не что они предлагают по бумажке. Это считается одним из самых лучших вариантов набора персонала, потому что человека ты видишь не через призму тестов, ты видишь в реальной ситуации, и человек действительно, ну, он не может здесь соврать. Он как бы действительно либо проявляет, либо не проявляет нужные компетенции. Если человек был лидером, допустим, да, организовывал какие-то мероприятия в школе, в институте и так далее, то компетенция лидерства у него уже существует. И это достаточно серьезная вещь. Взяв такого молодого специалиста без опыта работы, но у которого эта компетенция явно проявляется, я так думаю, что можно очень хорошего специалиста вырастить. У студентов есть потенциал, есть незамыленный взгляд, есть желание развиваться, и при грамотно выстроенной системе обучения, вовлечения сотрудников в компанию, можно вырастить именно того специалиста, который нужен именно данной компании. Студенты отличаются креативным мышлением и вносят в команду опытных, но менее креативных людей, взрослых, которые работают полный день, новые идеи, новый энтузиазм, который полезен проектом. Тот персонал, который мы потом получаем с рынка труда, он гораздо беднее по выбору, чем то, что мы видим здесь в одном месте.